Я просыпаюсь под пение птиц. Здорово, правда? Всем привет-привет! Вы на канале Антик Бутик. Меня зовут Валерия. Сегодня я хотела показать, как я использую свои бульонные чаши. Иногда покупатели отказываются их приобретать, потому что не знают, как их использовать, и говорят, мы не едим борщ из мелкой посуды. Я согласна, борщ в таких бульонницах будет не очень хорошо смотреться. Хотя однажды мне пришлось борщ смиксовать. Ну, были обстоятельства. Это вкусно, и как раз миксованные супы для бульонниц очень хорошо подходят. А у меня бульонница гаспачо. Очень его любим. С фетой и базиликом. Я думаю, что вы все узнали бульонницу. Это баронесса. Да, для себя я тоже их оставляю. Попробуйте угадать, что это за суп. Это редисковый суп. Я пару лет питалась по системе Монтиньяка. И суп взят именно оттуда. Он очень прост в приготовлении и безумно вкусный. Надо взять пучок редиски. В оригинале был творог, я больше люблю греческий йогурт. Все смиксовать, добавить соль, перец и готово. А ложка икры, это тоже из оригинального рецепта. И в данном случае я ему следую. Кто не узнал бульонницу, это Royal Albert серия Cottage Garden. Она мне очень нравится. У нее цветы не только нежные, но и насыщенные. Кстати, жду такие бульонницы и супницу. И вы сможете увидеть их у меня в магазине. Кстати, холодные супы лучше давать в бульонницах, у которых цвет фарфора белый. А горячие миксованные супы, ну, например, тыквенные, лучше подавать в бульонницах, у которых фарфор цвета слоновой кости. В кадре принимает участие моя любимая ложечка, которую я как раз вот такие миксованные супчики кушаю. Это Англия, серебро начала 20 века. А это бульонница Кёнинглихтетау. Она сейчас, к сожалению, пуста, потому что обычно в ней я сервирую паштеты, но в связи с карантином печенку достать не удалось. В ней также хорошо подавать порционные салаты. Я ем не только первое, ем десерты, и вот даже могу просто творожок с вареньем себе положить. Смотрите, как хорошо смотрится. Кстати, для первого я люблю сервировать бульонницы с блюдцами. А для десерта, для ягод, для сладких блюд могу и без блюдца. Мне так тоже хорошо. И нравится ложечки подбирать под каждую бульонницу. Это бульонница Кёнинглихтетау. И у нее красивый декор. Золото. Когда я говорю травление, покупателям мне очень нравится это слово. У французов я увидела, они называют это двойное золочение. Ну вот, пусть это будет двойным золочением. Красивый такой край. Ложечка, кстати, советская. Смотрите, как красиво смотрятся ягоды в бульонницах. Летом для дачи просто незаменимый вариант. Эта красавица, тоже Royal Albert, мне очень нравится серия Colin. У нее букеты в таких тонах, что идеально подходят для ягод. Разве не хочется ягодку из такой бульонницы? Еще один из вариантов – это сухофрукты с орешками. Я иногда такие бульонницы ставлю себе на рабочий стол. Это бульонницы наритаки. У них одно золочение подглазурное, а одно надглазурное. Они только недавно приехали и заказала 8 штук. 2 для себя и 6 для вас. А на сегодня все. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Пока-пока. До новых встреч!